Ну что ж, привет всем зрителям, подписчикам канала Грандиозно. Битва впереди. Давайте посмотрим, за что мы вообще деремся. У нас Анулуинд, мы захватили Пиларгир, захватили Карасаст, захватили Бритель. То есть мы пошли такими мощными ударами. Бритель, Пиларгир и теперь Анулуинд. Ну тут не все так просто, есть вражеская территория еще одна. Тут могло быть по-разному провестись битва. Вот, если бы эти два города нам не трепали нервы. Постоянно набирает кучу войск и отправляет на битву с нами и на захват других территорий. Но в этот раз у нас получилось очень оригинальное, скажем, битва, потому что у нас в пополнении есть неплохие такие войска, 9 оружия пробивают доспехи, это неплохо. Пикинеры есть, это даже алибарщики. Лучник есть, ну, в довольно-таки большое количество. И командир тут, конечно, слабенький, но зато разорданские пехотинцы тоже есть, стену щитов. То есть, по идее, нам это должно помочь. Мы смертельная заря будем использовать. Что там у нас, кстати? Ну, тут не показано, какие у нас союзники, только вот эти вот. У противника есть довольно-таки мощный отряд, но в основном лучники тут подстать нам. Ополчение, которое мы 5 кавалерийскими отрядами просто должны заннигилировать. 2, 3, 4, 5. 5 отрядов. Тут куча лучников, немного пехоты есть. Бронированные. Ну, самое главное, у нас 2 баллисты. И пополнение, которое ничего себе не представляет. Ну, правда, есть кавалерия какая-то. Давайте примем жестокий бой. Балансил. Попробуем. У нас сзади пополнение, поэтому как можно направо отходим и вообще как можно дальше, чтобы наши союзники вступили в бой. Других вариантов я не вижу. У нас победа есть, только если мы вместе все кучи соберемся. Есть 2 мощные баллисты. Смотрим. А, мы еще нападаем на город. Вот в чем дело. Подожди, мы даже им управляем. Ничего себе. Это тоже интересный момент. Если мы с этой стороны их поставим. И поставим одну баллисту вот сюда вот. Одну баллисту вот сюда вот. То есть, по идее, мы город должны как-то аннигилировать. Кавалерию собираем в кучу. Я не знаю, откуда противник будет подходить, но вот так, наверное, сделаем. А тут у нас воины, да? Давайте пока их прикроем. Кавалерия нам нужна для того, чтобы противника встретить. А ее очень много у нас кавалерии, еще раз говорю. Враг получил подкрепление. Так, ну давайте кавалерию тогда.
Ох, что ж ты у меня тут? Потерял. Ну тут куча пехоты. Блин, кавалерию жалко, конечно. Пока подождем. А что мы пока подождем? Нам надо вот сюда, наверное, всю кавалерию. Давайте поуничтожаем башенки. Это вообще прекрасно у нас позиция. Так, где у нас враг? Вот он, да? Глушим лучников. У нас тут бесконечное время, поэтому лучше. Это, кстати, очень хорошие орки. Люка конница. Еще немного, и враг будет разбит. Ну ладно. Давай, давай. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Кабленные ворота. Да ну нафиг, прекращай стрелять. Их полководец сбежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Противник бежит! За ним! В атаку! Наступаем пока. Раз.
два, три. Все, на автомате поставили. Сейчас будет полная аннигиляция. Так, вот этих. Вот так, наверное, контрол один. Разбили ворота, да? Давай прорыв делаем. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. Хвала Господу. Мы захватили вражеские стены. Кто ж вам даст-то выйти? А, он уже все, типа, да? Ну, давайте, обходим.
Давайте вот так, наверное. Ну, запас-то можем сделать. Прорыв. Прорыв пошел. 148. Туда вообще можно будет стрелять. Нам бы, наверное, вот так как-то. Давай еще чуть-чуть вперед. Есть. Сейчас с другой стороны. Бойцов позовем. Пускай в город заходит. Подожди, это кто у нас? А откуда ты пришел, братан? Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. По стражникам давай удар наносить. Хорошую кавалерию бы сюда прислать. Хоть одну. Давай, давай, давай.
Все, решили контратаку сделать, мы их наказали. То есть кавалерия здесь в больших количествах. Это мы проворонили как-то, что они вылазку могут сделать. Сколько там? Три. Пускай резерв стоит здесь на всякий случай. Надо было их на автомате поставить. Ну ладно. А у нас уже стрелы закончились. Отступаем этими резерву. И кавалерия куча есть. Войны. Тут это лебарчиков целая куча. Так, с этой стороны можно? Можно. Так, двоих сюда. Этого. Давайте так пойдем. Ну, эти с ними справятся вполне. Очень уставшая, свежая. Мы выигрываем битву. 143. Еще немного, и враг будет разбит. Попробуем прорваться с другой стороны. Так, вот эти двое у нас как основную резерву. Раз. Два, пускай идут. Тоже откатываем лучников, уже не нужны. Восемьдесят восемь. А чё они так дохнут? Отступление. Мы победим. Яны. С этим я не знаю, как будет. Но этих надо было перехватить. Не туда вы пошли, братишки. Вижу, давай-ка. Черные нумеронцы. Это у нас резерв будет, они очень уставшие. Реже. Реже. 49. Рано или поздно их сейчас вытолкают. Потерял половину бойцов.
же. Сейчас посмотрим показатели. 6.11, 6.20. Нам, конечно, проще вот этих сунуть. Загреты. Сейчас с двух сторон их зажмем. Сдох. Надеюсь, это подорвет их решимость. Пробили их, да? Вот так. А этого можно вот так тогда. И, наверное, вот так как-то их попробуем. Ну так можно. Все, жесть пошла. Полководец наших союзников убил. Отомстим за него. Мы выигрываем. Еще немного. Ну все, мы их с тыла окружили. Окончательная площадь под нами, под нашим натиском. С одного удара гасится. Наши уже два раза толкнули, три раза толкнули, четыре раза толкнули, пять раз толкнули, шесть раз толкнули, семь раз толкнули. Семь раз толкнули, он живой остался. Не дают ему уже наши. Тут уже окружили с этих сторон. Очень уставшие. Тут еще подкрепление идет мощное. Такими орками нам ничего не страшно. 107 сгромил. Главное территорию захватить. Зажаты. Вражеский полководец мертв. Надеюсь, это подорвет их решимость. Кавалерию главное сберечь было. Ну, с этими я ничего не сделаю. А, тут южане вообще неплохо дерутся. Южане их зажали, 37. Вот еще кавалерия. Что у нас там? Пополнением. Зашла пехота. Пошла давиловка жестко. Интерфейс бы сейчас отключить бы. Так, меню настройки. Так, интерфейс. Вот это класс. Просто разорваны в клочья. Так, а нам... Проклятие. Мы потеряли город. Хвала святым угодникам. Мы захватили город. Че,
часть сюда ударим. Бьем. Просто влетаем и все, что здесь есть, крушим. Чуть-чуть осталось, маленький кусочек. Не сказать, что кавалерия вовремя подоспела, но это не лишнее было, не лишний момент. Единственное, я не знаю, как эту оборонять постройку. Осталось совсем немного. Этой победой восхитится весь мир. Просто всех аннигилировали. За счет союзника, конечно, он тоже пострадал. Воинов потеряно 1400 пускай. Тут 2300. 2400. Намного меньше потерял. Потерь нанесено. По сотке. Сколько там лучники наши отстреляли? Ну, по полтиннику где-то. Ну, тоже, в принципе, нормально. Я думаю, нормально. Так и должно было. Если бы еще там лучник не развернулся, если бы я его вовремя заметил. Тут получается глаз да глаз, надо обязательно следить и кавалерию использовать по флангам. То есть лучника без прикрытия оставлять нельзя. И баллиста у нас тоже пострадала из-за того, что прикрытия не было. По флангам всегда баллиста надо хотя бы по одному отряду держать. А лучше по два. Или сзади хотя бы один крупный. По 200 единиц. Согласен, мой король. Конечно, казнить. Я, наверное, грабить не буду. Я чисто займу поселение. И нам святилище построить. 5 ходов. Не, ребятки, тогда святилище первое. Ремонт. О, лазучик мне нужен обязательно. Сколько она? 700, да? Ну, вот еще следующая территория. Здесь я вообще не знаю, как я буду драться. А, ну, нам надо часть войск все равно вернуть. Часть войск сюда. Мы пока здесь, наверное, постоим. А, надо кого-то еще сюда добавить. Кавалерию, наверное. У кавалерии нету. Мы непобедимы. Вперед! До скорой встречи в бою. Сильно я его аннигилировал. До скорой встречи в бою. Итак, у нас 5000 казны будет. Найм. Ну вот этого можно будет через 9 ходов. Он. Это 31 ход аж ждать. Вот эти вообще хорошие бойцы. Следующая единица будет. Баллиста нам особенно не нужна. Хотя, по-моему, вот это вот следующая с баллистой была, да? Да, баллиста. Орки-громилы. Орки-лучники. Купить, не купить. Пища, оружейка, загон для рабов, численность войск 4. Численность войск 4 вот этих вот получается. Численность войск своих, наверное. Численного порядка. Вес том. Рано, да? Давайте посмотрим, что это за численность войск. Найм. Это дает численность войск.
требуется расширение поселения, а помещения в них всегда заполнены захваченными жителями. После потери надежды на спасение начинают работать, снаряжают их воинов, при этом необходимо использовать в бою. После бою становится примером усмирения для тех, кто не становится буйным. Развитие поселения. Численность войск 3. Дубильщикам. Мне бы это сделал бы. Орки-разведчики. А, ну давайте так сделаем. 1200. Тут у нас что? 164 из 500. Я бы это построил бы. Was very much in our favor. Victory will be ours.